Гамарджоба. Только что десантировался в Тбилиси, еще с утра был в Армении. Там идет дождь, а здесь солнце. Очень красиво. Еще несколько дней назад я был в Петербурге. Здесь у меня есть 2 недели и нет никакого плана. Поэтому я решил снять фильм о разных эмоциональных состояниях и о сложных периодах взросления. Но при этом сделать это красиво, познавательно и интересно. Это довольно большая и сложная работа, которая займет все мое время. Поэтому я решил сделать несколько разговорных роликов, чтобы не пропадать. В режиме путешествий все происходит спонтанно. Ты можешь спать по 3 часа в день, спать в машинах, делать кучу всего, постоянно удивляться, знакомиться с новыми людьми. И как только я приехал в Тбилиси, через 2 часа я познакомился с парнем, и ночью мы сразу же поехали в Ереван. Я не собирался, но нисколько не жалею. Вот тут сейчас будут фоточки. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Такая красота. В Ереване весна, любовь. И здесь, собственно, тоже. Мысли, которые сейчас больше всего меня беспокоят и заботят, это та самая любовь. Знаете, сегодня я подумал, что любовь между мужчиной и женщиной – это, в принципе, одна из самых простых форм любви. У вас есть привлекательный человек, который вам нравится, с красивым лицом, с прекрасным телом, классными увлечениями, и вам надо его просто обнимать. Если ваша влюбленность развивается, вы начинаете жить вместе или строить отношения, это уже гораздо более сложная тема. Вам нужно договариваться, идти на уступки, любить те качества, которые вам не очень близки. И это уже серьезная работа. Но тем не менее, с вами все еще близкий, теплый, красивый человек. То ли дело, когда нужно полюбить то, что вам совсем не нравится. Или хотя бы вещи, которые не так привлекательны. Мы очень любим, по крайней мере в русской культуре, делить любовь на абсолютно разные категории. Это любовь к человеку, любовь к маме, любовь к друзьям, любовь к еде, любовь к своему хобби, занятию. В белорусском языке есть даже 2 разных слова. Это любовь и кохание. Кохание до девчины, какому-то человеку, любовь к предметам. Сейчас я словил очень странное ощущение в связи с некоторыми событиями, с тем, что происходит внутри. И любовь ощущается как нечто большое в груди, большое и теплое. Одно всеобъемлющее ощущение, которое окутывает каждого человека, который находится рядом, каждый предмет и явление. Это чувство помогает тебе не раздражаться, переносить самые сложные ситуации, когда-то не поесть, когда-то не поспать, и при этом быть мягким, добрым, теплым человеком. Это довольно сложно. И мне кажется, что люди до этого доходят, когда проходят массу трудностей. Не раз замечал, когда общаешься с человеком, который прошел через ужасы войны, потерял любимых, близких, семью, родных или что-то гораздо более большое, эти люди как будто более спокойны. Они теряют нечто очень важное, огромную часть своей жизни, но вместо этого получают какую-то безмятежность и любовь. Однозначно эти люди начинают любить еще больше. Я не знаю, как это объяснить, это просто такие ощущения. Тут везде распускаются почки, маленькие розовые цветочки, вишни, какие-то деревья. И понятно, почему весна — это пора любви. Все оживает и шепчет тебе: классно, классно, давай жить. Очень кайфовое ощущение из минус 20 оказаться сразу в плюс 15. Можно ходить без куртки, в майке, бегать, веселиться. Как только вышел из самолета, познакомился с 2 прекрасными ребятами, и мы вместе доехали до Тбилиси, и они сразу же поехали дальше. Вот сегодня они возвращаются, и сейчас мы пойдем гулять. Еще одна мысль пришла в голову про то, что любовь — это в каком-то смысле открытость. То, насколько ты максимально честно готов разговаривать с любым человеком или открываться любому явлению или действию, которое с тобой происходит. А также спокойствие. Когда у тебя бурлят гормоны, это сложно назвать любовью, это сексуальное влечение. Это прекрасно, это очень здорово, но недостаточно глубоко. Пойду кушать хинкали, искать своих друзей и писать сценарий для документалки. Подпишитесь, пожалуйста, на Инстаграм, Телеграм, ссылки внизу. Там много эксклюзивного материала, который нигде не появляется. Очень выкладываюсь, чтобы сделать для вас красивое, глубокое видео. На это нужно немножко времени и большое количество сил. Спасибо большое, что смотрите. Я очень сильно вас всех ценю. Напишите, пожалуйста, в комментарии свои мысли по поводу вот этой вот темы. Весны вам скорой. Надеюсь, вы тоже будете греться на солнышке. Или уже пускай почки распускаются, и все будет красиво вокруг и внутри. Пока!